Есть студенческая весна, а есть студенческая осень. Это творческий фестиваль для выпускников Тольяттинского государственного университета. Несмотря на то, что они уже получили свои дипломы, их по-прежнему тянет на сцену. 21 ноября. Гостиная Дома ученых ТГУ. В теплой, по-домашнему уютной обстановке выпускники Тольяттинского государственного университета встретили студенческую осень. Фестиваль под таким названием проходит в ТГУ в 9-й раз. Следующий год станет юбилейным для университета. Ему исполнится 65 лет. И для фестиваля, который будет проводиться 10-й раз. Возможно, этим и объясняется, что в этом году фестиваль прошел более чем скромно. Возможно, причина в плохой погоде или недостаточной рекламе. В гостиной Дома ученых не набралось и 30 человек. Было заявлено, что будут творческие номера выпускников, но выступили всего двое – Людмила Руденко и Сергей Немков. Конечно, им удалось создать душевную атмосферу. Так встречаемся, было неожиданно, как сейчас отсутствуем с Людмилой. Вот, рад друг друга видеть, потому что нас тоже связывают те же самые студвёсны, та же самая сцена, те же самые песни, мероприятия, КВН и же с ним и так далее. Но это сейчас очень всегда приятно, очень всегда радостно. И, конечно, невозможно было не вспомнить удивительного человека, благодаря которому фестиваль появился в нашем университете. Вот они могут куражиться, а где бы нам покуражиться? Как-то на концерте студвесны сказал первый ректор ТГУ Сергей Федорович Жилкин. Так и появился фестиваль «Студенческая осень». Отдельной страницей фестиваля «Студенческая осень» стала творческая встреча с Юрием Анатольевичем Лившицем. Задушевный разговор и честная музыка, удивительные люди, семья, воспоминания о студенческих годах. В этом и заключается счастье. Юрий Висбор, Александр Розенбаум, Альфред Тальковский. Юрий Анатольевич душевно рассказывал о своих невероятных знакомствах. И, конечно, были песни. У меня бывали разные концерты. Были полнейшие залы и большие, а бывали маленькие аудитории, несколько человек. Я абсолютно не страдаю от того малого количества людей, которые, как положено, пришли на выступление мое. Наоборот, сколько не пришло, эти люди пришли, вот им ты нужен. Осень для ТГУ – это замечательная традиция, которая ни в коем случае не должна быть похоронена, ее нужно всячески поддерживать и развивать. Вот так. Никто не спешил расходиться. Еще столько хотелось рассказать, столько спеть. Самое главное, что фестиваль «Студенческая осень» состоялся.